Странно было. Ну, ты выкинула. Так. Ну почему no signal? Ну, это какой-то незапланированное падение. Если что, я верну это русский сервак. Я просто пытаюсь на Twitch сам запустить. Смотреть, как оно будет. Так что не переживайте. Так, ну-ка, вы же меня слышите, правильно? Прием, прием. Раз, два, три. Стрим, живи. Слышно? Окей. Просто почему-то у меня крашнулось. Не До знаю скорого. почему. А я сейчас запустил через это другую видеокарту, опять-таки на Twitch. Посмотрим, как оно теперь будет себя вести. Надо попробовать чем из SNES-а постримить в более меньшем битрейте, посмотреть, как оно там будет. Я не вижу точек с хорошим обзором. Короче, экспериментировать, экспериментировать и экспериментировать. По поводу якутцы, разве много красных, много лисок? Ну, не знаю. Ну, просто якутцы я первую часть проходил, поэтому этого. Да, Netquake. Человек-паук. Еще одна Клёвый. жертва или Мне соучастник? очень сильно Нужно сделать понравился. фото. Я не вижу точек с хорошим обзором. Придется приклеиться к эстакаде. Идеально. Явилась, наконец. Принесла? Да. Как увидел снимок, сразу стал шелком. Родриго всегда был тряпкой. Босс обрадуется. Дай-ка посмотрю. Вот это я понимаю. Мне пора на поезд. Не хочу заставлять его ждать. Сегодня мы сорвем большой куш. Это точно. Сколько людей тут замешано? Надо проследить за ним. Ну, то есть я описал ситуацию, почему я выбил платину. Вот, кстати, в Need for Speed платина была, ну, в том, что надо было просто пройти игру. Нет, он меня позабавило. Надо отследить сверху. Где он хочет сойти? Надо подрубиться к системе метро, узнать маршрут следования. Вот. Assassin's Creed... Типа прошел там, по сути ничего такого делать не надо. 15 финалка, я просто финал. Она встретилась под эстакадой с каким-то типом. Он вроде знает вашего мужа. Высылаю вам фото. Это Дишон. Его лучший друг. В 2015-м. Там, по сути, тупую игру надо пройти. И ежедневное задание выполнить. Не лучшее сочетание. Надо выяснить, кто еще в этом замешан. И типа, пока у меня интернет не работает, я там платину бью. Вот в Watch Dogs я платину убивать не хочу. Прошел сюжетку и бог с ним. Ну и пособирал там очки, ну и хоть там квест, который мне был интересен, прошел. И разочаровался в нем. Вау. Приехали. Надо встать возле выхода из метро и дождаться, пока он выйдет. А где выход из метро? А, меня самого телепнуло к нему. Хорошо. Пошел, кстати, дроп где-то должен был быть. Офисное здание. А я могу в офисное здание зайти? Не, не могу. Карте.
надежен. И этот вопрос закрыт. Он уже поехал за взломщиком. Ладно, Роман готов. Мы уже опаздываем. Погнали. Они уезжают. Вот это детективное расследование, блин. Этих улик вполне хватит. Осталось задержать машину. Что ж вы будете делать? Ладно, одного. Повязал. Ой, Вендарион со 64-м. Ну, собственно, то, что мне нечем заняться, это легко доказать, ну, именно когда не стримлю, то другие игры не начинают. Легко понять по тому, что я прошел мультиплеерное дополнение Final Fantasy 15 в одиночку, фармля где-то там часов 50. Одни и те же локации. То есть, понятно, почему все так плохо, да? В общем, так скажу сейчас, а то я ухожу, скорее всего. Обожаю срывать планы. Кармен, дружбан вашего мужа и его шайка не поедут в славный город Атлантик-Сити. Спасибо. Я поговорила с Родриго. На том снимке он за рулем в ту ночь, когда Тишон провернул ограбление. Но Родриго не знал. Думал, просто подвозит друга. У меня есть знакомая в полиции. Она ему поможет. Особенно, если он даст показания против шантажистов. Да. Не то я покажу ему, что бояться надо меня, а не Дюшона. Спасибо, паук. А, и... А, ну вот, собственно, про квесты я хотел спросить, мол, надо ли что-то зачищать, чтобы получить какого-то секретного босса или еще чего-то. Все, понял, про картины собер. Ладно. Сделаем. Мог Монтхан играть? Мне он не нравится. Я просто не люблю Монтхан. Это типа сугубо мое. Так, ну я прошел квест. Так, пойдем в DLC. Полагаю. Ну да. Мини-компания приведет к потере результатов, достигнутых после прохождения последней контрольной точки. Стоп, тут можно же сохраниться, насколько я помню. Давай я сохранюсь нас. Вручную. Мультиплеер на DLC F15 нравится, да? Полная отвратительная срань. Я там... Они же в дополнении с одним обновлением добавили еще кусок. В итоге я там и Фриза бил 2 часа по 10 урона. И то убил его с третьей попытки, потому что он не баговался в текстуре. А, убегаешь? Окей, хорошо. И я думаю... Успеешь? Хотя картины, наверное, надо как откроют, так сразу их и собирать. А не после того, как пройду. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись данных. Мои источники сообщают, что Маджи готовит возвращение. Старые преступные семейства были разгромлены, но Фиск исчез, и они снова наращивают влияние. Доны годами сосуществовали в мире, но теперь в условиях безвластия они начнут борьбу друг с другом. Когда одно из семейств выступит против остальных, лишь вопрос времени. Нужно держать связь с моими источниками в органах. И надеюсь, мы остановим бандитов, прежде чем они наберут силу. Привет, Пит. У меня тут есть один интересный сюжет. Разоблачение Оскорб? Лучше. Я пишу о гангстерах из Маджии. Гангстеры? Я думал, они сгинули вместе со Свингом. Оба раза.
Они почти слились, но без списка и демонов Коза Ностра решила вернуться в игру. Обожаю, когда ты говоришь грязно. Полегче, Тигр. Слышал, в прошлом месяце федералы пощипали Маджию? Ага. Так вот, у одного из донов пропала картина под названием «Мария». А теперь она нашлась в Манхэттенском музее. И? Мой источник сообщил, что одно из семейств хочет снова ее украсть. Сегодня. Кажется, тут нечто большее, чем любовь к искусству. Угу. Это получается, события уже после игры идут. Типа, писка нету, демонов нету. А кто такие Коза Ностра, я вообще без понятия. Ну ладно. А с картин лучше так им делать это после один квест, хотя будет как-то... Ага, хорошо. Знаю, так нехорошо. Альянск. А-а-а. Понял. Я почему-то глюкозу вспомнил, господи. Он что-то делал там про Ностру как. Энджей, похоже, твой источник не врал. Тут пытается вломиться целая армия бугаев. Оставайся на связи, я гляну поближе. Будь осторожен. Если это ребята Маджии, они готовы на все. Шевелись давай. Боссу нужна эта картина. Мы уже должны были закончить. О, бандит Кувалды. Да уж. Чего только люди не сделают, лишь бы не платить за входной билет. Кувалды. Ну ничего себе. Я уж думал, я его здесь не увижу. Ну вот это поворот. Так, я хочу по стелсу. Мы сможем. Блин, нет, это плохой. Пора продемонстрировать виртуозность. Ладно. Укрощение бандитов. Я тебя закопаю! Себя закопай. Лучше убегай! А ты на Квакер Чекпока не играл? Мне кажется, он добротный, и даже не любителю комиксов может понравиться. Единственное, тут иногда слишком большое количество битв. Хотя, с другой стороны, игра про битвы, лол. Блин, что-то они легкие какие-то. Я знаю кое-кого из них. Это Фредерико Фризелли и Сэл Патрило. Они же из преступного семейства Кувалды, верно? Зачем ему нужна Мария? Не похоже на него. Я тут осмотрюсь. Надо убедиться, что я никого не упустил. Дам знать, как найду что-нибудь. Футбол! На главном входе все чисто. Надо проверить другие входы. Так. Так. Единственное, что... Что-то не так с камерой. Либо с моими методами перемещения. Так, а это что? Даже припарковаться нормально не могут. О, не, да. Здесь парковаться нельзя, а они... Это сделали. Ой, нехорошие злодеи просто, гады. И какую дверь-то мне надо найти? Где вход? Эй, а что это? Нашел. МДЖ, кто-то вырезал отверстие в крыше. Я пойду проверю. Ну, это кошка, наверное. Она же по-тихому так аккуратно работает. Не прочувствую, чего уже. Да, возможно. Ну, и у меня именно проблема, когда идет угол здания. Значит, пока
кувалды ломились с главного входа. Так-то проблем нету. Похоже на то. Здесь не души. Вообще, тут что, нет охраны по ночам? Сейф. Проверь будку охраны у входа. Там должны быть камеры. А, нет, вентиляция. Они увидели, что кто-то к ним проник. Поискать охранников. Я вниз хочу. Дверь в будку охраны заперта. Без отпечатка ладони не открыть. Внутри наверняка есть подсказка, что случилось с охраной. Сможешь открыть этот замок? Без руки охранника нет. Что, мы сейчас руку охранника будем отрубать? Если нет охранников, может, снимешь отпечатки с вещей, которых они касались? А, да, это мысль. Всегда рада протянуть руку помощи. Блин. Я уж-то думал. Ну, его часть. Надо бы еще поискать. Странно. Охранники будто испарились. Так, где еще можно поискать частичные... Мне кажется, они связанные сидят. Твои будки. Кружка кофе. Еще теплая. Еще одна. Класс. Так на стекле, возможно, она работала перчатками и прочими. Разве что их кто-то... Если ты про стекло, которое вырезали. А, ты про мобильный телефон. А там не доброкачественный, он, наверное, смазанный какой-то отпечаток. Так, тут же... А, вот. Блин, какой-то Ланвар пошел. Иди, этот сканируй, тот сканируй. Где-то здесь точно должен быть отпечаток. Короче, если будет прям дропать, скажите, я первак сниму. Потому что дропы-то есть. Ладно, этих частей достаточно, чтобы восстановить отпечаток. Угу, хорошо. Раз достаточно, значит достаточно. Везде сканирую. Я не хочу все сканировать. Вроде еще что-то было. О, у нас отпечаток готов. Об этом. Я смогу перенастроить сканер, чтобы он принял мой отпечаток. А, то, что миссии везено в скан. Ну, что поделать? Передумали какую-нибудь одну фигню, и потом везде ее езжают. То загружу свой отпечаток. Что поделать? Когда-нибудь придумать на iClacker что-нибудь другое и будто это юзать. А пока сети, да, терпи. Я еще могу сказать. Horizon еще небось, там тоже на сканирование есть. Блин, я перевернуть хотел. Так, у меня плюс 7, минус 2. Far Cry. Передаю отпечаток ладони. Да, почти в каждой игре есть. Уже RPG, небось, тоже какое-нибудь сканирование, по-любому где-то. Открыл. Здорово. Ну да. Живы. Угадал. Кажется, их просто усыпили. Следов борьбы нет. Кувалда так чисто не работает. Но если не кувалда, то кто? Там есть записи с камер. Сейчас. Адстер. Кто-то отключил камеру номер 5. Подозрительно это все. Я снова ее включу, и мы посмотрим, что они там прятали. Она направлена на одну из картин в экспозиции. Видимо, это Мария. Ее еще пока никто не украл. Я посмотрю поближе. Надо выяснить, что в ней такого особого. Это типа на нормальной головке мозгов не хватило, и мозги игроков не хотели напрягать вместе них из-за сканирования.
Да не, просто его можно по-разному реализовать, прочее, прочее, прочее. И идей нету. Это как бы тренды, все дела. Но здесь сканирование, оно не так уж и часто, я бы сказал. И оно тут разное, бывает. На вид самая обычная картина. Так и есть. В музее полно куда более ценных вещей. Так почему же Маджи охотится именно за этой? Погоди, Эмджей, кто-то идет. Ну, тут имеется в виду, что вот ты насканировал, ну, типа взял анализ на пробу, а потом берешь, идешь в лабораторию и данную фиговину сканированную обрабатываешь. Через мини-игру, где надо было определить, кому принадлежит химический элемент и там складывать бумажки. Она под защитным стеклом. Эй, скажите Фрэнку, что придется притащить большие пушки. То есть тут последствия сканирования разные. Во, если быть точным. Меня пока не заметили. А вот в Horizon, например, по крайней мере из того, что я видел, там просканировал и все. Дальше ты просто идешь по ведьмачью читиву. А тут хотя бы разные действия с этим сделаны. Продемонстрировать виртуозное мастерство украшения бандитов. Как он это делает? Берешь и паутину пускаешь. Не умеешь, что ли? Блин, что-то у меня как-то очень быстро концентрация набивается. Копы вот-вот будут. К черту все. Хватаем, что можем, и бежим. Даже на картину же были брать, нет? Теперь они хватают все подряд. Надо бы не дать ему идти. Криптоманы, что ли, все подряд брать? Нет, я смогу. Нет, отстань. Отвлекайте его, я почти у выхода. Я их не выпущу. Да, ты сможешь. В следующий раз купи сувенир. Ух. Кстати, такого раньше не было в миссиях, мол, догони, да, отмети. Чтобы еще с каким-то ограничителем, мол. Прикольно. Блин, у меня костюм не тот. Нет, у меня способность не та. Я думал, у меня цветок стоит. Кто сматывается? Я смогу. Блин, ну проще всего ухода сторожить и всем люлей навешивать, лол. Так-то. Хотят уйти с добычей. Я тебя раздавлю! Ой, он сейчас уйдет! Вот это шутка про камеру, лол. Да не к тому приклеился! Ой-ой-ой! Черт! Да ну и отстаньте от меня. А я могу сменить костюм посреди миссии или нет? Не цветок нужен, он полезен. Костюм. О! Это, видимо, DLC-шные, да, вот эти? Это Капитан Британия? Точнее, Человек-паук Британия. А вот это не знаю что. Так, я хочу мой костюм. Где он? Паутинный цветок. А у меня сейчас что экипировано? Он не экипирован. А почему он не сработал?
А, они уже клептоманят. Может быть, все-таки имеет смысл бегать по музею, а не у входа их ждать. Потому что когда там и надо двоих останавливать, это проблематично. Ну да, наверное, имеет смысл по музею бегать все-таки. В качестве утешительного приза пришлю тебе фото этой штуки, в камере повесишь. Мало тебе? Да куда мне идти? Отстаньте. Ага, вижу. Слыши нас. Может, в тюрьме есть уроки искусства? Вообще в тюрьме есть уроки искусств. По крайней мере, по мультикам, которые я видел. Там же они и рисуют, мол, все дела. Блин, я думал, они с разных сторон будут бегать, а они только с одной. Это упрощает задачу, что они парочками бегают. Блин, и чё, мне надо будет подождать, пока они попытаются абсолютно всё здесь своровать? Экспонатов много так-то. Да почему у меня какая-то подзарядка стоит электропаутины? В качестве бонуса, где мой цветок? Или он тут автоматически убирается? Способность, я что-то вообще не понимаю. Ладно. А, ну теперь, видимо, победить надо осталось. Я предотвратил вот эти похищения. Автосмена при смене костюма. Так у меня костюм стоит классический с цветком. И он вроде как и отображается. Менял костюм по сюжету. Так я ж потом его еще раз сменил, нет? Ладно, сейчас после миссии тогда. Подожди, я автосмена при смене костюма. Ты меня в костюме, поэтому я ничего. Белки не зависит. Не шли. Все, спасибо, Виндарин. Ну да, план, функция, костюм. Все, получил. Да. А, лишь костюм. Может, тогда другой костюм оденем? Как вам? А на какой? Блин, антиорг? Ну, не знаю. Вот этот плохой костюм. Это плохой. 1099, он не вписывается в стилистику игры. Это какой-то такой. Вот этот, ну, добавим. А, я вспомнил, кстати, почему я костюм-то убрал. Потому что линзы у него не шевелились. Черная антиока классика. Это какой-то блестящий, это вообще срань. Это железный человек какой-то. Этот очень... Не очень, не очень. Костюм Старка. А это из Homecoming, что ли? Братишка паучишка. На вашей стороне. Неограниченно. А тут есть костюм, который иллюзии плодит, же, правильно? Такое видео. Только. А, вот. Ложная голограмма. Перед тем, как исчезнуть, убивает врагов. Может, обилку вот эту? Хотя нет, цветок он полезнее, мне кажется. Но тут мне низ не нравится. Нет, мне вообще в целом не нравится костюм Скарлетта.
Вот в комиксах он как-то более клёво выглядит. Прям получше, чем тут, как мне кажется. Ну ладно, будем бегать с этим. Питер, ты тут? Как ты? Да, думаю, я всех поймал. Придется кучу экспонатов вернуть. Что насчет Марии? Это мог быть отвлекающий маневр. Вот и я о том же. Вернуть Кая назад. Надеюсь, стекло достаточно прочное. Стекло все еще на месте, и его не пробьешь. К Марии никто и близко не подберется. Миссия выполнена? Я надеюсь. Слушай, мне придется попозже перезвонить. Почему? Что там там? Да, гробы начались. Давайте я перезвучу с другого сервака. Я полагаю.